Арарауруру, айрарайрарурору. А добрейшего времени суточек, дорогие подписчики и зрители нашего канала. Славик, а ну давай, поздоровайся. Камеру убери. Ты камеру, э. Здесь фотосъемка запрещена. Блять. Всем привет, ребят. Шо, Васька, ты с нами? Все, давай, заходим. Сейчас Это будет бо... Васька 119 или какой там. Блин, а у нас тут красиво, потолочек вот этот мне Это нравится. Гарри Поттерская какая-то А, будет. блин, это натяжной потолок. Что говорит? У нас посетитель. Добро пожаловать в созвездие. Нам Да есть о не чем читай, поговорить. блин, это долго будет. Хай сами читают, слышишь? Все равно читать надо, чтобы понимать. Да блин, ну так читать-то читает, ну, про себя. Короче, пираты напали. Барет просил... Баратик, понял? Барет. Вафлет он какой-то попросил меня доставить артефакт. Ну, кусок шиферины он у меня попросил, кстати, отправить. Ну да. Это не имеет значения. Ваш артефакт у меня. Кто вы? Шо вы? Почему бы нам не начать с того, что вы расскажете мне, что такое созвездие? В натуре никто не может объяснить. Very well. This is a private organization dedicated to exploration. А так ничего нового она не говорит. But also anomalies throughout the settled systems. Ничего, пусть освежают мне память. Моя задача в этой игре задолбать всех с вопросом, что такое созвездие. Ну, в Америку поехал. Он в Казахстане. Помню? Баратик. Так, ну, короче, артефакт. Понятно. Баско, verify. All statements made have been factual. This is just typical. Barrett hands over our ship and our robot to some random employee of that discount mining company. Слышь, дед, ты там давай, Уолтер. And if we hadn't insisted on installing those emergency protocols, он похож на этого типа Skyfly, только прическу поменять надо. Джимена? But that didn't happen. He's here with the artifact. Thank you, Matteo. Шиферина у меня, Матео. Что там по поводу двойных букв? Да, не любители. Мне кажется, это просто перевели, так? Это были яркие огни и музыка. Я уже, честно говоря, не сильно помню, что мне приснилось. Да там ничего толком не было. Ну, там просто звезды были. Сколько раз это происходило, у кого еще были такие видения, ну да. Короче, есть первый, кто шифер достает со стола. Ну это Давакины, понял, которые там. Да. Давакин. Ну ладно, пусть будет это. Интересно. Похоже на описание опыта Барретта. Так Барат, а не Барретта. Whether it happened or not wasn't in doubt. But honestly, Country, if you expect us to believe in fairy tales... If this is the greatest mystery in the universe, why couldn't it be part of the ultimate mystery? But, gentlemen, can we please... Gentlemen? No. Noel, I think it's time we tested your theory. Noel. Right. Ты Ноэль без палочки, алло. We know the artifacts react to each other. The pieces we already have move when they're in close contact. Что, Терешкова? Да. А ну, что они сейчас делают? А ну, слышишь? А, это ты сделаешь. Ну дальше, с кусок шиферины. Соединяй. Они должны что-то произойти. Что такое? Что он такой довольный? О, давай, поехали. Вечный двигатель. Вечный двигатель. Блин, я потерял, какой из них мой кусок шифера. А он уже развалился на части. Девочка, ты... Спокойно, девочка. Ноль, спокойно. Короче, будем искать шифер всю игру. Ну, уже... Я его любитель класть, но никак не собирать. И типа соберется какая-то планета или созвездие? Звезда смерти из Звездных войн. Созвездие монстра.
Жены, мать, что ты? See if exploration is the life you want to lead in this little universe of ours. Что она хочет? Ну, короче, тебя они хотят заставить, чтобы ты искал дальше шифер. А вы такие простые, как 5 копеек, то я типа там какой-то гусь, который в шахте работал, а сейчас все, я уже такой ценный и нужный сотрудник. Ценный какой... лох. Ценный лох, да. Лошара. Как много вы знаете об артефакте, что они собой представляют? Вы хотите, чтобы я был в созвездии? Что это значит? Что ожидается? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите в... Нахер. Хорошо, я в деле. Расскажите мне, что будет дальше. Да пропадай, давай нахуй, съебалась. Пропадаю я. Так что выбираем, Слави? Да что, давай. Что? Я потеряла ваше внимание. А в любом случае, ну типа, ну, да, придется выбирать. Introduce yourself to everyone. Some of our members aren't here, but you'll meet them soon. Come find me when you're ready. Скоро с членами познакомишься. Да, я так и понял. Главное, чтобы у нее и не было. Намочи ноги, говорит. I think you've earned something for bringing the artifact to us. In addition to credits, why don't we set you up with a backpack with some boost capability? Опа, давайте, давайте. You'll need it out in the field anyway. Just mind your head. Говорит, рюкзачок даст. Да, я так и понял. О, ля. И кредитов дала нормально так. Накидала. Ключ от ложи, созвездия ранец. А, ну типа, я так понял, можно его... Что тебе нравится? Ты видел, как она такая, взгляд, типа? Да, да, да. Вась, типа, в глаза мне смотри. Все нормально. Мать, я на ботинки завтыкал. Она сейчас порнет тебе. So, are you ready to get to work, or was there something else? Я готов, как Гагарин и Титов. Надо было разобраться с этим рюкзаком, посмотреть, что он, нет, что за рюкзак дали. Так сейчас. Until later. Свободно. И они еще дали ключ от какой-то комнаты, типа. Тебе. Ключ от города нам дали. Новые предметы, два. Ключ от ложи. От ложи, вот видишь. Ложа, он стыка ранец. А летать можно на нем? Ну, по идее, да, он, видишь, турбинки есть. Турбинки есть. Так вон справа написано, что там. Созвездие ранец. Оба, перевод. Радиация. Базовый джетпак. А, ну все тогда. Джетпак. Интересно, как им пользоваться. Скафандр. Александр, это как бы твой скафандр, да? Я хотел спеть моя дикая скафандр. Так что, Сайк? Морган. Морган Фриман. Мутишь с Морганом? Это ж дочка его. У нас есть работа. Ты да готова, мать? Я готов, блин. We're going to be doing some old-fashioned detective work. The artifacts are relatively inert once they're out of bedrock. That means people can pass them around, not even knowing what they are. I've been letting my contacts know to be on the lookout for strange metal objects. Get back a lot of noise, usually. But a tip from the UC Vanguard sounds promising. Я взволнован, моя первая миссия на туре. Felt the same way when I started too. There's an electricity in the air when you know you're about to uncover something. Что такая мать довольна? It's not just that. I want to take this opportunity to see how you Ты ей просто нравишься. And for you to learn more ну, about так она мне тоже, ты что? I'm going to be sticking with you for this. We'll be traveling together until we either find an artifact да, она молодая, or чего нет. Сара будет закреплена как ваш а последователь. Что, понял, ты и я. Ты и я половинки, ты и я две дебилки. В созвездии есть зарплата. Самое главное спрашивать за зарплату, блин. Где? Что, спрашивать? Конечно, слышу. You mean besides the ship, the robot, and a place to stay all rent-free? We do have some funds we can disperse from time to time. Not to mention, I think we can get you a proper suit. Блин, а если я захочу на корабль пару кило кокаина и шлюх, что как, что как мне действовать? So the more you work with us, the more we can share what we have. Типа, короче, типа отбашляют. Типа облом. Типа, тебе же мало говорит корабля, мы тебе дадим костюм, блядь. Мы исследователи, мы работаем за 100 грамм.
Ну, ж пошли не в задницу, хай сами дешевле. Я чё, как пот через всю вселенную буду бреншифер им собирать бесплатно, или? А ты бери только 8-волновый, не 6-волновый. 6-волновый это новый, он уже не подходит. Нам надо старый ещё, советский. Я даже не знал, что он так и называется, блин. Волновый есть, какой-то. Ну да, есть 6 волн, есть 8 волн. Может ещё есть, я не знаю. Я знаю просто, это эти такие распространённые. Тебе всё равно, что я ворую, лишь бы меня не поймали. Не, я думаю, наверное, не стоит это спрашивать. Понятно. Let's take a little stroll through New Atlantis, shall we? Фига себе, она нас уже на свиданку позвала. Славик, да ты вообще, блин, я вижу популярностью. Обзавёлся тут в этой игре. Опа! Чканула, а, Вань? Что там, блин? Что коленями тут пол протираешь? Правильно, вот так вот. Опа, вставай. Давай. Руки заточены у неё. А я пошутил, обратно садись. Капитан. Конечно, Васька, Васька, ты всегда первый в моей, это, в моей команде. В твоей постели. Ну, это уже... Это наши дела с Васькой, понимаешь? Погнали, мать. Ну, что там по поводу вот загрузок? Давно не было, говорят, да? Да, люблю. Это ты вышел там, звук там двери. Я увидел, что загрузка и вышел. А, вон, все. Подожди, а где Васька? А, типа, нельзя двоих одновременно, да? Захотел, блин. Ладно. Лучше, так сказать, женское тело будет греть мою кровать, чем кусок металла. Не греть. Не греть. Не грень. Не грень. У этого металла не грень. О, все понятно. Ля тормозел. Так, я правильно иду или... Оно где, на каком уровне, блин, находится? Не, на ниже, походу. А, ну обратно на корабль, походу, идти. Погнали. Вот су... Не, все нормально. Так, а мать что, бежит, нет? Опа! Приземлилась. Ты именно с солдатиком, да, походу прыгнула? Шо по коленю? Я хотел бы посмотреть на это. А, слушай, походу не зря мы тебя взяли, с тобой хоть весело будет. А ну прыгни еще. А, там не могу куда прыгать, там вода какая-то. Она такая, типа, да, бля. А ну давай на камушек, я тебя сфоткаю. А, все, да? То есть как с моста прыгнуть тебя типа нормально, да? Не-не-не, оп, смотри. Бля, а как ты им пользуешься? А, мне ранец. Так как им пользоваться, Вась? Бля, ну что, наверное, как-то сказала. Да не говорила она, как им пользоваться, я ж читал. Да? Зайди в настройки, посмотри. Управление. Наверняка там какая-то буква G, блин. G. Точка. Так, а где раскладка? Что за... Управление, а, назначение. Назначение клавиш. На что вы говорите, Вячеслав? Рукопашка, брось, эти силы ручные. Рукопашная. Давай, ниже. Славик, ты свою девушку так называешь. Давай, рукопашка, блин. Всегда бежать. О, это, кстати, интересная кнопка. Удерживай, чтобы бежать. Угу. Где сраный джетпак? Панель навыков, быстрый инвентарь, панельная карта, быстрый корабль. Это оно и есть. Быстрый корабль? Ну просто перевод кривой. Подожди, в полете может тут... Ремонт. Космический корабль, блин. Навигация по меню. Херня всякая. Контейнер. Аванпост. Бля, терминал, вид, все. Понимаешь, вот. Главное, что сделали для него отдельно. Да, блин, безопасность. Скупи. Скупиду. Просто понажимай все кнопки, сейчас выйди, да и всем. Да может им пользоваться только в космосе, можно, для нас. Может быть, конечно. Да, мы сейчас зайдем пол видео, повтыкаем просто в этом. Бля, нифига себе там, блин, назначение, блин. Если я там все кнопки нажму, он взорвется, походу. А ну нажми H. Все, блядь.
Походу в натуре все. А что это было вообще? Ну подожди еще раз. А, обзор корабля. А что так долго было? Мой комп, походу, не справляется с этой. А shift, shift что у тебя, бежать? Да, 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 да. А контр там, аль. Контр-террорист. Вин, блин. Я думал, может пробел надо зажать, но ничего не происходит. Два раза. Что я как под в скафандре здесь, кстати. А в Fallout тоже можно было пользоваться, там, типа, взлетать? Ну, там только в этом, в костюме. Ну, в, ну да, ну а ты какая, что там было? Не помнишь? Нет, не помню. А я им, по-моему, почти не пользовался, он там, блядь, жрал этот как... Ух, стреля какой. Угу. А, это же мы у того, наверное, Глэка сперли, да? Да, 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 пиратки. Так я хочу, он блин, подышал. Джека Воробья. Теперь ты оценила, мать, какой я симпотный тип? А? Да, вообще... Красавица. Смотри, как ты еле сдерживаешься. Бля, она выше меня, походу, не? Не. А, не, показалось. Красавица Востока. И так одиноко. Трунко! Дай ему пятюню, Слай. Авангард. Это мы точно хана, смотри на него. Так это со Стражей Галактики, Шрим. Да не, это Рома Зверь, понял? Районы, кварталы. Жилые. Слушай, ну это как минимум некрасиво, офицер. 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 Товарищ офицер. Офицер! Подожди, как набрать? О, а ну, слышишь, прыгни отсюда вниз туда. А, ты хочешь посмотреть, как баба упадет? Да, 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 как она прыгает. О, она с тебя гонит, типа, ты олень, че джетпаком не пользуешься. Так ты сама такая что прыгнула, ты, блин, мать. Она не с ним воспользовалась ним. Что, не видел? Ну это до этого, а сейчас она не пользовалась, когда прыгнула. Только что прыгнула, было видно, что с него херячило. А, может его поставить? Не, ну он стоит. А ну, блядь. А чё? Чё он стоит? Я откуда знаю, чё он стоит? Как пользоваться? Не написано? А ну, нажми там, где написано базовый джетпак. Где ты видишь? Или ну, назад? Не-не-не, где... ты правильно там... Право. О, нормально, вот это мне нравится, слушай. Но тут нема джетпака. Не, я так понял, это всё джетпаки, понял. А вот тут тоже, а тут есть. А в последнем нема. Избранная. Подожди. В сравнении с их. А, это. Блять, я понял, походу. А ну. А не, нихера. Так как. Блять, какая-то буква Q, E, R, F. Понажимай все подряд. Так возьми, блин, в гугле, пока введи, посмотри. Блять. Для таких уников, как мы. Сара, ты, блин. Сара уходить уже начала. Симба. Another space explorer. Hey, you ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies, earn some credits, even get your UC citizenship? Слышь, в армии уже, блин, записывает. Подпишем контрактик и на Бахмут, блядь. Может быть, позже сначала нам нужно обсудить дело про шифер. Alright, alright. Can't blame me for trying, right? I mean, I still haven't given up on getting Sarah to re-enlist. It's a game we play. He asks, I say no. Here's what I got for you two. Vanguard volunteer by the name of Moera. Helps patrol the old neighborhood. Sol, Mars, Neptune, you know. The solar system. Which admiral did he upset to get that posting? He's Martian, born and raised. Not like I can get anyone else to care. Word is, he's got some fancy metal ornament he's been showing off to the old grounders. Matches that description Sarah gave me. Все правильно говоришь. Мы поговорили с ним, я уверен, что мы сможем сделать ему хорошее предложение. Sol system is a lot of planets, but a vet like Moera will be checking in at Sidonia on the regular. You mean hitting the bars, don't you, John? Hey, nothing wrong with a little refresh between patrols. Джон, свободен. UC always takes care of its own. Even the prodigal children.
Oh, brother. I'm serious about that recruitment offer, by the way. You just come talk to me when you're ready. UC is a good friend to have. Короче, записывает нас в армию, Слай. Без нашего ведома. Ты где там, Вася? Welcome to MAST. If you have an appointment, you may Welcome to America, подруга. Так, а куда чесать? Вниз? А может на лифте можно спуститься? Ну да. Поехали, мать. Вышло. Выберите этаж. А, блядь, а куда мне надо? Подожди. Что по заданию? Где задание? Где статус? Ну да, статус. Не, не то. Меню игры. Положить курс. Что за сол? А, надо идти, короче, прыжок. Блять. Все, погнали, короче, я, блядь. Погнали, мать. Нас ждут великие дела. Что там у нас? Электричка. Don't you agree? Нормально, но что там ты по метле говоришь? Че она у него без джетпака, у нее метла? Откуда я знаю? Это универсально. Короче, надо навык изучить, чтобы на нем летать. Пиздец. Сейчас бы лазили. Так, все, свободно, мать. Зайди в навыки, слышишь, стой. В селектор, куда ты заходил, там где? Да, вот. Техническая справа, сам понял. Да, вот. И вот джетпак слева, видишь? А, да, вот. Нихера себе. А, есть навык? Очки навыка, а, есть. Ну и как им пользоваться? Усиление прыжка 10 раз. А шо, подожди, а шо ты, мать, тогда под... Где она? Ну ты, типа, вообще должен был еще сначала открыть это. О, видишь? Ну, а типа, шо ты, если прокачаешь подъезжу? Дальше, то там можно чуть ли не летать с ним, понял? Короче, надо прокачивать. А, я уехал, понял, она осталась. Да-да-да-да-да. Вот так вот, провела, типа, знаешь. Только уехал, полная осталась. 100%. Как много загрузок. Опа, ты чё, бежала сзади? У неё джетпак есть вообще. Что там? Её укачивает, поэтому на джетпаке. Да тихо-тихо, чё ты сразу отходишь. Всё нормально, дай оценить обстановку. Куртка огонь. Куртка как у Стражей Галактики, у этого главного персонажа. Звездный лорд. Да. Опа, гражданин. Нам зайти в навыки, посмотреть, что там попрокачивать можно. Тихо. Да у нас навыков пока нет. Ну очков нету. А, где твои очки? Так вон они, он. Значит, 0 очков. Когда будет, тогда и будет. Да, логично. Ну, нормально, да, объяснил? Да. Слушай, надо, наверное, преподавателю было идти. Где виза, братан? Ты не базарь, как вчера. Но. Представитель часов. Сейчас, бля, как пизделей дадут тебе, бля, в Ваканду быстро уедешь, понял? Сын на него. А там водички нету, как минимум. Подъем был слишком жесткий, да? Да. Ничего страшного. Бог прощал и нам велел. В рубку или на борт? Ну, в рубку. В трубку. Полетели. А прикинь, он бы не успел отбежать. Я думаю, ничего с ним не было. Он 100 раз так делал уже. Давай, давай, лети, давай. Блин, а сколько можно загрузок мне показывать? Так, сколько аж... Сколько надо? Так, надо построить маршрут, да, я так предполагаю? Не знаю, задание называется деятель. Ну ты деятель. Ну ты, сука, деятель, конечно. Нет, задание называется старый район, спросить. Вон, деятельность. Снизу. Деятель. Блять. А, вот так вот. А куда нам надо? Опа, это что ты? На солнце куда? Прямиком в ад, нахуй.
Интересно, можно вас? А ну, проложить курс. Подожди, а куда мне надо ехать? Да откуда я знаю? Нажми на задание. А, вот, во-во-во. Прыжок, давай. Прыжок веры. Он готовится, я не могу понять. А, да, вот. А если я прямо вот в это... Буду в планету, так сказать, целиться во время прыжка. Ну похрен, он, у него разлом создается. Вот сука. Ему похрен, где ты его сделаешь. Он тупо законы времени шатал, да? Да он вообще все это хавал, понял? Так, теперь надо запарковаться, да? Это, сканирование. Марс, мы на Марсе. А это Марс? Ну было написано Марс вроде. Суббота написано. Да, Марс написано. Вот. Посадка, блин. Скалистая. Гравитация 0,38 грамм. Да о, нормально. Биба. Уровень 3. Я забыл же его Бибой назвал. Бибосик, блин. Биба и Боба, блин. В кооперативе надо играть, я был бы Бобой. Точно. Не, мы там в какую-то другую игру будем играть, ты там будешь Бобой. Умница, Боба. Да вылазь, давай. Покинуть корабль. Сука, это уже пятая была загрузка. А, блин, подожди, я задыхаюсь. Походу. Что по скафандру, я хочу вот этот. Пофиг, что у него это. О, все. А, ты понял? Он одел? Защита, урон наносится окружающей средой, уменьшит максимальный запас здоровья, что видно по оранжевой полоске над счетчиком. Типа твой костюм типа херовый было написано, что такое, понял? Вот сука. Среди повреждений окружающих на кораблях, в анпостах и в местах, где можно спокойно отдыхать и дышать. Не, походу ты ничего не изменишь, это типа сама планета такая, понял? Они вот у тебя сука. Отняли, видишь, оранжевое на да, визе? Да. Вот это они отняли на этой планете. Ну и будет, типа, вот я она. Так понял. Что, не могла сказать, что одеть шлем надо? Алло. Ну, что ты глазами клипаешь? Вообще, блядь, как будто другая, блин. Капитан Морган. А, она в костюме этого созвездия. Бля, она хоть бы не позорила, блин. Сейчас подумают, что мы фанатики какие-то тупорылые. Это нам не надо. Так а что, тут будет перестрелка сходу или нет? Или марсиане нормальные пацаны? Но я помню, подумал, там явно что-то было нехорошо, понял? На Марсе. На Марсе классно. Кто сказал? Там шоколадка, да? Но из MC. Не знаешь песню? Нет. Не помню. Давай, давай. Сислинг. Сислинг, там было написано. Прикинь. Что там с лайк? О! Блять, хуй поймешь. Сейчас еще в одну комнату зайдешь, уже вообще голая будет стоять. О, нет, тогда давай, 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 идем, идем. О, понял, это супермаркет. Ты в холодильник заходишь. Безопасность ок. Ок. Что с глазами, брат? О. Что-то тут не получилось, да? Пишите хреново, ребят. Компьютеры есть уже вокруг. Вы на досках пишете, что олени или что? Слышал, как подруга базарит. Слышь, она, по-моему, чужого завалила, да? Да-да-да, кстати. Рипли. Вечер добрый, Джек, воробей. Нихуя себе. Ты понял? Что за... Я ищу авангард по имени Моара. Went off on patrol. Hasn't been back in since. We're starting to think it might be time to pour one out to the black. О, Черное море.
Слава, якщо по Чорному морю говорят. Не знаю. Говорят, що я затонировал. Так, могли бы рассказать его, если бы мы узнали. Believe me, I've heard it. After about round three or four was all he would talk about. And he's got a voice that carries. Carries, говорит, у него. Look, nothing more I'd love than to help out a fellow Martian. Надо скинуться, говорит, бабками. One that's missing. А что он передвигается на него? He has a tab, and you don't know if he's coming back. It's a lot of credits, okay? I let it slide for a long time because he's a regular, but if I'm out all that money, I got problems. What do you say? Убеждение ему, что? Ему может понадобиться помощь. Вы не должны назначить цену за это. Заплатите 2500 кредитов. Отлично, я оплачу. А, я типа оплатить? Пфф, в смысле? Пропустите ту часть, где вы признаете, что лжете. Что-то я нихера не понимаю. Либо перевод такой косой, либо я ничего не понимаю. Есть раб... Что, попробуем его убедить? Ну, попробуй. Ну, сейчас попробуем, сейчас попробуем. Ну, попробуй, попробуй. Life on Cydonia ain't hard enough. You gonna guilt trip me? Так, берем двоечку, понял? Yeah, I'll get your boy. Maybe. Maybe. All right, I'll give up. Maybe, baby. Just trying to earn a living here. Что, первое наше нормальное убеждение, Сай? Last time I was here, Moira kept yelling about the lady of love. Это легко просто было. Это было просто как два пальца обоссать, да? That's only one planet. Hardly an entire patrol route. I got what I got, okay? Fine. We'll make fine. Я так вечно так базарит, как будто я не знаю. Куда это мы идем? Ты, блядь, что это было? Сай. Взрыв. Взрыв? Посмотрим, что там, блядь, дальше, на. Сука. Что, обратно на... Подожди, обратно на корабль, что ли? Ну, он, типа, на Венеру, да, как сказал, что-то лететь надо? Ух ты, блядь. Наверное, я не читал тот момент. Давай. О, слушай, ну да, джетпак это прикольная штука на самом деле. Особенно когда корабль долго прогружается, это вообще тема. К чему я это сказал? Чё, щит был отключен? Что я так и не вдуплил. Ну, походу мы его еще вначале отключили. Или он просто сам по себе сдох. Да, блядь, сколько... Я в ахуе понял. Что именно? Ну, блядь, оно как-то так... Реально загрузок дохерище просто. Перейти на Венеру. Блядь. Хорошо. Где там, сука? А, подожди. Или это где-то в этом созвездии находится, я не могу понять. Ну, близ. Блять, а как по... Как приблизить твою мать? Что, в натуре прикалываешься? Алло. Угу. Ладно, сделаем так. Он облетел вокруг просто. Прикинь. Он просто за планетой был. Опа. Поговорить.
deity they call the Great Serpent, the devourer of the unbelievers. Короче, махаться сейчас надо будет, походу. Да не, ну пиздец. Exactly. Меня, блядь, корабль мне разъебут. Минимизируйте мощность системы корабля, чтобы избежать обнаружения. Такие системы, как оружие и щиты, легче обнаружить. Для достижения максимальной скрытности отключите все системы, кроме одной или двух планок в двигателях. И держите как можно дольше от вражеских кораблей. Подойдите на расстояние 500 метров к спутниковому маяку, чтобы его активировать. Ну, чувствую, нас сразу сейчас нахлобучь отставим. Да. Мы же не умеем, блять, нормально. Он говорит... Ну, Energy, да, наверное, вот этот планки, скорее всего. Это, наверное, щит, Shield. Да, вот видишь, он пропадает. А это лазеры, наверное. Короче, уберем нахер все. Кроме энергии, да? И все, погнали. Наверное, так. Я вообще двигаюсь или нет? Ну да, что не видишь? Ко мне это проходит. Ну, я просто могу только при ускорении. Надо было, может, их нахлобучить, как ты думаешь? Или я в принципе, нормально. Вряд ли у тебя получится. Нахлобучить их? Да. Так мы же нахлобучили до этого, помнишь, там сколько, пару-тройку кораблей? Ну, может быть, эти прокачанные? Вполне вероятно. Сейчас долетим до этой планеты и будем завязывать, да, я так предполагаю. Не слышу. Yes, of course, да. Я просто смотрю вот справа, да, типа там идет шкала ускорения, а слева то что? Это... Хер его знает. Просто я все повыключал, может быть там есть как бы просто, чтобы двигаться хоть как-то там. Ну смотри, ну пацаны нас походу реально не видят. Ну мы сделали все по инструкции, нихера себе, блин. А, он сам, да, паркуется? Ну, стоять, блин. А, все. А, подожди, а нахер ты вылез? Убедись, что выбранные спутники, жмите Е, переключить между целями. Так, а что ты встал, блин? Ты что, дурак? Короче, может быть, там через пару серий мы разберемся в этой игре. Это забрудненный шарик. Забрудненный. Хули тебе надо, я не понимаю. Назад, блядь, сдал. Но они типа писали, что приблизитесь на 500 метров, вы можете типа его... А шо можно? Так вот именно, я не понимаю, что он хочет. Открыть карту планеты. Задать как цель для посадки. Показать ресурс. А, типа, можно в любую точку сесть, что ли, или что? Походу, да. Так, блядь, а я куда знаю, какую нам надо? А что надо конкретно? Надо показать меню заданий. Не обязательно использовать минимальную мощность, чтобы избежать. Ну, это мы сделали. Изучить спутник. А, блядь. Ну, мы, вот это и есть спутник, да, наверное, скорее всего? Вот эту хрень. Ну, да. Е нажми. А вот R. Спутник. R. Вот. Кто у хуни, блин? Mm-hmm.
Star Yards are crawling with spaces and scavengers. Что он хочет? Все, парковаться надо или что? Он спутниковый маяк, он приближается. Не, он не приближается, я двигаюсь просто. Вот, все. Ну, я так понял, наверное, к нему надо, но... Блять. А как что я там нажимал, чтобы карту этого... А, о. Или он не тут, я не могу понять. А, он, наверное, где-то, понял, где-то вокруг. Привет. Или подожди. Ай, блядь, вот это и есть-то моя. Понял? Да. Бля, прикинь, вот это, сука, попадосно. Так, а что надо? Не, подожди. Так я сам не знаю. Блядь, где задание? Перейти на станцию Нова Галактика. Нажми Б. Б. Вот она. А, бля, подожди. А можно типа на нее переместить? Да, слушай, такое ощущение, будто я реально в этом космосе вообще не обитаю, да, вот, оно как будто, сука, все автоматизировано настолько, что ты, по сути, и не должен ничего делать. Ну, там что-то за это возмущались уже игроки, да? Немного, да, по-дебильному. Ты, конечно, по-дебильному, я как будто не участвую в этом всем. Ну, я вообще не люблю эти космические игры. Никого это не волнует, Слай. Искали я играть, знаю. Значит играй, блядь. Да я знаю. Кто там рыскать может, понял? Большинство звездных станций и кораблей могут быть состыкованы, что позволяет подняться на борт. Для этого необходимо выбрать корабль в худ, а затем... подлететь к нему достаточно близко, чтобы появилось приглашение на состыковке. Понятно. А, ну в этот раз мы можем... Опа, стрео. Типа понял, как бы дают полетать, но толку от этого как-то... Ладно. Не, ну ты ж можешь летать, ты ж можешь не переключаться так. Ну, как, типа да, но все равно как-то... Ну это ж так долго, блин, ты ж гонишь. Ладно, давай на этом закончим, продолжим уже в следующий раз. Так что, ребятки, спасибо, что смотрели, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик и пишите комментарии. Ну а мы прощаемся. Славик. Всем пока. Пока.